Тури-тури-тури-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на писте». И сегодня надпись для Александра Темерова. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Александра. Смотрим надпись. Саша, хорошего дня. Та-да-да-дам. Пока ты думал, я думал. Мото-братья трям-трям, ну зудины, ну молодцы. Валера, глазику полегче, пью антибиотики, так что не волнуйтесь. Майами, я с вами. И честь твоей доброты, а также доброты тети Иры Пластинной, Веры Мираби, ну или просто Лолы, она любит себя так называть. Кто там еще-то был, кто хороший? Биг-бигле, он всегда молодец, Орлов умница. Жих. О, Биг-биглео. Трям. Заехал выпить за твое здоровье сок. Жду вот. Заказал себе манго, маракуйя и банан. Будет очень вкусненько. Практически так же. Ну, Биг-биглео, погнали. Давай еще чуть-чуть за Орлова. Трям. Угадуш, ты все в порядке, Никулин где-то рядом, Юртаса проебали. В общем, сейчас снимаем денег немножечко. Едем в сервис, поменяем топливный фильтр. Да. Потом поедем в сторону пляжа Зоклет. Лучший типа пляж. Но не знаю, доедем или не доедем. Так что обещаю вам в этом видео трэш, угар и с вас лайк, хуяйк, пау. И Юртаса давайте покричим. Ау! Какие-то подозрительные типы подошли к банкомату. Ну все, деньги сняли, отправляемся в путь. Мото-братья, в путь! А мы с вами приехали, он, видите, дяденька наш байк забрал. Приехали вот в такую кофейню. А то Никулин говорит, надо разноображивать кофейни, говорит, а то сидишь во всяком говне. Приехал Никулин в элитную кофейню. Пойдем. И дом очень красивый сейчас. А вон моя лошадка. А вообще, Катька, знаете, что сказала? Что Россия на карте мира похожа на лошадь. Так что я теперь вас буду называть кони и кобылы, если вы не против. Или лучше дьявола. О-о-о, смотрите, как красиво. Очень уютненько. Да, Никулин? Здесь вы можете купить всего. Цены вот. На 3,5 умножайте. Ну, Никулин балует, что можно и пожрать. И кофеек. Сколько это стоило, милая? 108 тысяч. Это примерно 350-400 рублей. Это очень много, блин. Ну все, приятного, Иван, и дня хорошего. Yeah.
Ну а мы, кони и кобылы, заехали к Аладдину. У него вот третий день идет приборка. Все чистенько, прибрано, поглядите. Молодец. Главное, что всю плесень убрал. Но он не торопится. Он говорит, я потихонечку. А ты что, вентилятор купил? А, это кондиционер как вентилятор. В общем, у Аладдина пока все без изменений. Да? Все, вообще ничего за три дня не изменилось, блядь. Чистоплюй-то не чанговский, блядь. Ходит. Не, он сходит туда-сюда, колпачок въебет. Сходит туда-сюда, колпачок въебет. А вот и первые покупки Аладдинушки. А в каком магазине? Ты за меня ведешь блог. Да. В каком магазине ты? Бигси. А, в Бигси 100 тысяч, это 350 рублей. Вообще заебись. Вот так выглядит. А мандарины ему дали хозяева, говорят, вот, бля, заебись, мне прикольно. Друзья, доброе утро! Никулин! Поспи еще. Юртаса никто не видел? Гад, Юртас пропал. Мы с Валерой его всю ночь искали, так и не нашли. Нахуй ты бикаешь-то, пидор? Я же видео записываю, блядь. Ромка Федоровский, привет. Мазда проехала. Не космонавты, Юрка, не космонавт, от хуя шкурка и алканавт. Ты сволочи распутник, скотина и еблан. Тебе до жопы спутник. Ну а я, друзья, приехал в кофейню. Сейчас еще Катька подойдет. Глазик вот так выглядит. Просто ебнуться. Сейчас еду и мусора навстречу. Что-то бикаю, сделал вид, что не слышу. Газья поддал и что-то, блядь, два поста целых увидел с утра. Время где-то 8:30. Так что с 8 до 10, мне кажется, лучше не ездить на байке. Угу. Первый раз вот за сколько? За 2 недели я увидел, чтобы кого-то тормозили. Ну, в принципе, если ездишь медленно, то можешь их заранее увидеть и избежать штраф. Пока все. Господин Никулин, любящий Чива с 12 лет. Кофеек сегодня у нас с тобой вот такой. А то начали там, блядь, при челяди с Валерой обсуждать чивосы. 12 лет, 15. От меня так вся челядь разбежится. А самый нормальный чивос это 18. А, 18? Да. А, ну они пока только 12. В общем, спасибо! А я, друзья, вернее, дьявола, чтобы моя женщина была всегда в форме, сегодня сам доем. Причем очень странная фигня. Знаешь, это обычно за мамочки доедают, за детьми. Ну ты моя мамочка. Очень странно, почему взрослая женщина, типа, мне. А что моя мама про твою жопу сказала? Что моя жопа, как ее жопа, только чуть поменьше. Вот почему я тебе так нравлюсь. Да. Я тут мама. Люблю большие жопы. Мамины жопы люблю. Лишнее было. Лишнее, да? Бля. Сейчас вам покажу удобство Вьетнама. Это повсеместно происходит. Мне кажется, такое только в Майами есть. Вот вы попили кофе, и вам надо найти свой байк. А, так вон он стоит. Но когда вы его ставите, вам этот дядька дает вот такую хуету. Все. Да, да, вон этот. И он за ним как бы следит. Это очень безопасно. Иногда вот, если здесь, знаете, было бы очень-очень много байков, как вот, например, вот в этой стороне, они даже сами их выгоняют, что тоже вам облегчает жизнь. Ну, самодостаточность хули. Ничего самому не надо делать, все за вас делают. Так что с вас лайк, комментарий и тыдыща! Кокарев, ты охуенен. Так же, как и Мазитов.
Мази там сегодня на двух машинах. А, Аладдин, вон, видите, завтракает. Вы подписались на его канал-то, да? Я ссылочку кинул в том видео. Ты что, с Big C? Ну что, там нормально пока все? Соседка что? Да, простуда вскочила, спал сегодня с этим. Все то, что я видел, бля, ведь я жалко, что проснулся. Пожалейте меня, а тысячи, братья, пиздец. А, друзья, я забыл вам сказать. Знаете что? Что мы отвезли денег и заплатили депозит за нашу будущую новую квартиру. Так что 23-го мы с вами переезжаем. От вас надо 14 700. Так что приходите на стрим, будем собирать на аренду жилья для Юрки и Катьки. Видели, да, там квартирка охуенная? Точь-точь такая же, как у Аладдина будет, только вид на море должен быть охерительный, а не как у него там, знаете, никакой. А вообще мы в продуктовый пришли. Здесь вот сперва накладываешь, потом взвешиваешь. Цены. О, дыня 22. Умножайте на 4. Арбуз 21. Мне кажется, это испорченных. Нарезано чуть-чуть и все. Начинает гнить, они разрезают и все. Я такое не люблю. Вот такой внутренний магазин. 200 тысяч. Блядь, опять 800 рублей. Охуеть. А спиртиком. Видишь, кафе, и поэтому все протухло. Пойдемте проверять, как Аладдин прибрал кухню. Говорит, сверху чисто. Ща мы его нахуй выведем на чистую голову. Здесь вот вроде чистенько все, смотрите. Все протер, заебись. А я ему говорю, а наверху пыль? Он говорит, блядь, там чисто. Я вот, друзья и дьявола, не поленюсь. Не поленюсь. Ты же даже, блядь, не смотрел. А, чистоплюй, блядь. А? Так, сейчас я вас переверну. Давайте смотреть вместе. Там-там. Ох, нихуя там. Блядь, на удивление чисто, прикинь. Тебе даже тупочки надо вставить. Не, ну на самом деле, прикинь, чисто. Только проводов дохуя. Нихуя. Но вологодская чайка закричала. Мама неверующая, вот это прям ставь. А мы, друзья, ищем химчистку. Аладдин хочет диван почистить. Что-то точку на карте нашли, а найти не можем. А, все, спасибо, старый дед. 1-1-5? 1-1-5. Вон дальше 1-1-5. А, этот адрес, да? Закрыто. В общем, химчистка не работает. В общем, хозяева подъехали, вроде и здесь, пиздец. Я живу 3 километра. Не делает это? Можешь спросить? А на фотку дивана тебе? А, по-русски, да? Ого! А, вышел этот, чистильщик. Сейчас, подожди, старый. Три километра отсюда, 3 километра. Можно я со мной? А, так здесь, да? Вроде здесь. Видите, когда вы коммуникабельные и общительные, как Аладдин, вы можете договориться даже насчет химчистки дивана. Давай.
общем, что, дьявола, с химчисткой получились сложности. Так как сегодня воскресенье, мы вместо химчистки решили взять вот спрайт, уже у знакомой нам всем девушки, и съесть супчику. И я вот умная голова среди этой троицы, им говорю, вы что голову-то ебете? Надо приехать в магазин мебельный и там спросить, где можно почистить диван. Где поесть? И ехать всего 14 минут. Лучше, блядь, на это доехать. А что-то с фильтрами, блядь, сложно. Все закрыто. А вообще топливный фильтр стоит 40 тысяч на Хонду. А у меня Ямаха. А у кого-то Вольтирия новая, прикиньте. В общем, сидим, еду ждем. Что, дьявола, понравилось, как я ел суп фо? Поставьте лайк. Давайте еще со звуком.